Инг. Цифровыми активами. Голубой огонек. Ну все, подойти в это. Привет, гайз, с вами Кришталь, и я надеюсь, что вы на полную наслаждаетесь летом. Рынок, наверное, тоже решил немножко отдохнуть, и те, кто, собственно, в теме, те точно знают, что нужно заходить на низах, пока батя Коин дает слабинку и готовится к новым вершинам. Если вы все же решили записаться в ряды криптоинвесторов и не хотите листать энные страницы Гугла с поиском той самой биржи, поэтому остановитесь, этот выпуск для вас, и вместе с вами мы зайдем на эту тропу. Сегодня я хочу с вами поговорить про Binrix. Мне кажется, что ребятам удалось создать прекрасную площадку для закрытия всех потребностей рядового пользователя. Итак, давайте разберем биржу Binrix. Если вы новичок, то вам будет достаточно просто разобраться в том, как пользоваться цифровыми активами. Ну, а если вы уверенно уже чувствуете себя в криптопространстве, то вам будет удобен интерфейс биржи и приятные условия торговли. Во-вторых, Binrix для каждого станет отличной площадкой для инвестиций. Ну и в-третьих, за Binrix отвечает команда профессионалов, которые давным-давно являются неотъемлемой частью криптосообщества. Предлагаю залететь на сайт. Ненапрягающий дизайн, наличие русскоязычной версии и проработанные технические моменты станут вашими помощниками в освоении такого многогранного рынка. Более того, биржа находится под контролем эстонского регулятора, что гарантирует честность работы площадки и защищенность ее пользователей. Binrix поддерживает такие основные монеты, как биткоин, лайткоин, эфир, Ripple, USDT, ну куда уже без USDT, и Bitcoin Cash. Более того, на биржу было добавлено 7 новых монет, такие как BNB, LINK, HOT, UNI, ENG, OMG и COMP. Самое время ознакомиться с продуктами, которые представлены на Binrix.com. Мы видим, что пользователям биржи доступен кошелек, поэтому вы можете смело хранить и отправлять друг другу монеты, пользуясь биржевым кошельком. Кстати, то же самое касается и фиата. Мне кажется, что это идеальный вариант для тех, кто хочет собрать свой криптопортфель и постоянно иметь возможность управлять им 24/7. Кошелек доступен как в десктопной, так и в мобильной версии. Также разработчики Binrix оснастили свою биржу топовым в своем классе торговым терминалом. Универсальное решение для работы со всеми необходимыми торговыми инструментами доступно как и на вебе, так и на десктоп-платформе и, самое главное, на мобильном приложении. Тут тебе и спотовая, и маржинальная, и фьючерсная торговля. Короче, я рекомендую заценить. Мне также нравится, что ребята из Binrix заинтересованы в образовательном уровне своих пользователей. Они сделали академию. Вы можете пройти курс по крипте или по трейдингу, выбрав свой уровень. Профессионалы отрасли помогают просто и доступно погрузиться в мир крипты и использовать все полученные знания на практике. А если вы задумывались про свой криптовалютный бизнес, то посмотрите внимательно, у ребят есть white label. Уже готовая ликвидность, обменный модуль и торговый терминал доступны в white label решении для вас. Решениями Binrix успешно пользуются биржи из Сингапура, Токио и Украины. Более того, ребята из Binrix нашептали мне на ушко, что совсем скоро они открывают два новых инструмента. Это индекс и сервис по токенизации. Кстати, детали по новой платформе вы можете узнать в блоге Binrix. Но если в двух словах, то теперь для практически любого бизнеса открыта возможность получения инвестиций. А пользователям Binrix откроется возможность конвертировать свои реальные активы в токены и торговать ими на бирже. Я не сомневаюсь, что у вас уже чешутся руки приступить к знакомству с этой площадкой, поэтому погнали регистрироваться. Уверен, это будет так же просто, как и найти горячую кукурузу на пляже. На главной странице уверенно жмем кнопку «Регистрация». Я не хочу привязывать свои сети к аккаунту Binrix, поэтому выбираю регистрацию через email. Далее все стандартно. Придумываем пароль, отмечаем все галочки и бежим на свою почту за подтверждением. Готово! Самое время привязать свою карту к аккаунту и выбрать аватарку, потому что могу. Раз биржа лицензированная, то мы прекрасно понимаем, что KYC нам не избежать. Так что не теряем времени и в личном кабинете кликаем на подтверждение личности. Выбираем тип дока, по которому нас верифицируют, и делаем с ним селфач. Ничего сложного, и занимает от силы минут 10,
И то, если ракурс на фотке не отображает достойно вашу рабочую сторону. Давайте попробуем сделать депозит. Как вы видите, разобраться на Binarix под силу даже соседскому ребенку. Да, все в порядке. Что у нас по обмену на крипту и выводам? Проверим-ка. Выводить я буду не все, так как понимаю, что площадка надежная, а курс растет. Отлично. Так что, котята, время идти в описание и прыгать по ссылкам на регистрацию на Binarix. Становись криптоинвестором, используя доступное и безопасное решение. Также жду ваших комментариев по поводу Binarix. Не забывайте ставить лайк, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков. С вами был Кришталь, пока!